темное время суток сложно заметить на дороге пешехода, особенно в Балакове. Дело в том, что с 2015 года в городе действует энергосервисный контракт, в рамках которого в 2016 году все светильники наружного освещения заменили на одинаковые, но они оказались недостаточно яркими. И потому в администрацию Балаковского района стали обращаться граждане, которые просили обеспечить безопасность на дорогах, особенно для пешеходов. И эти обращения послужили своеобразным толчком для появления совместного проекта от местной власти и Саратовской ГЭС «Безопасный пешеходный переход». Его реализация началась в прошлом году. К нам обратился глава Балаковского района Александр Соловьев с просьбой оказать помощь в финансировании. Финансирование приобретения специальных светильников с повышенным световым потоком для того, чтобы установить их в местах наиболее проблемных, там, где темно, но там, где рядом находятся какие-то учебные учреждения, и там, где очень активный поток автомобилей. Гидроэнергетики выделили 1,5 миллиона рублей, и на эти средства над пешеходными переходами установили 128 светильников нового поколения. Однако пешеходных переходов в Балакове в два раза больше, и в нынешнем году по инициативе директора Саратовской ГЭС Людмилы Одинцовой работа по обеспечению безопасности на дорогах продолжилась. Гидроэнергетики на освещение пешеходных переходов выделили еще более 500 000 рублей. Особое внимание уделили переходам в жилгородке. Освещенность 1760 люкс, то есть по сравнению вот с этими светильниками, которые у нас есть, ЖКУ, стоит, это где-то на 500-600 люкс больше. Это специально предназначается для освещения пешеходных переходов, наружного освещения и так далее. Гарантийный срок 36 месяцев светильника. Освещенность для наших пешеходных переходов, я считаю, соответствует и более лучше будет, чем это. Вот благодаря Саратовской ГЭС, благодаря Людмиле Викторовне, вот приобрели мы 35 светильников. Световое оборудование подбирали специалисты предприятия «Балавтодор». Срок службы у новых светильников 10 лет. Они антивандальные, поэтому имеют прочный корпус, устойчивый к механическим воздействиям, переменам климата, коррозии. Балаковцы тоже оценили плюсы яркого освещения на пешеходных переходах. Ну, насчет этих фонарей, которые сейчас яркие, горят, очень даже хорошо, удобно, светло, все видно проходить. Да, на пешеходных переходах видно, но освещение в остальном городе, конечно, ужасное. Но не видно ничего, особенно когда дождь, слякоть, вот это вот самая наша любимая погода. Ну, вот эти, которые фонари новые повесили, стало светлее, но, конечно, хотелось бы больше света в городе, потому что действительно на дорогах очень темно, не видно пешеходов, то есть вот осветили вот этот пешеходный переход, то есть тут уже виднее стало, а дальше уже свет совсем другой. Теперь более половины пешеходных переходов в Балакове ярко освещены, а значит безопасны. И тот факт, что установленные в прошлом году светильники прекрасно работают и сейчас, подтверждает их долговечность.